Доброе утро! Сейчас мы с вами приготовим нам завтрак. Сегодня на завтрак у нас будет омлет. Завтрак у нас получился. Все, сейчас мы позавтракаем и будем потихоньку собираться уже к поездке на дачу. Всем приятного аппетита! Всем привет! Ну что, потихонечку у нас распогодилось. Смотрите, какое солнышко. Вроде как тепло и даже ветра нет. Это радует, потому что ветер вчера был очень сильный. Было невероятно холодно. Не хотелось бы в такой погоде, да, ходить там на природе, работать. Ну что, сейчас я хочу заплести косички, потому что буду либо в повязке ходить, ну вот на уши, либо шапку надену. Вот, не хочу заболеть, если честно, лучше в шапочке походить. Вот, ну и чтобы все-таки волосы мне не мешались, поэтому давайте заплетем мои косы и пойдем собираться потихоньку на дачу. Такие косички у меня получились. Это называется плетение, по-моему, щучий хвост, когда мелкими такими этими мы локонами берем и потихонечку заплетаем такую тугую косичку, а потом я потихонечку ее вытаскиваю, эти локоны, и у меня получается такой достаточно хороший объем. А то мои три волосины особо, если вот такими ухищрениями не спасать, много с ними не сделаешь. Ну что, в целом-то я сейчас довольна. Давайте пойдем собирать вещи. И надо будет еще чай в термос залить, потому что там сейчас не уверена я, что у меня будут какие-то возможности в домике что-то приготовить. В общем, максимально сейчас соберемся дома, чтобы там уже только отдыхать и работать по земле, по теплице. Только посмотрите, какая у нас погода, какое солнце, как ясно. О, я так рада, невероятно просто. Ну что, сейчас я одеваюсь, хочу вам показать в очередной раз, нахвалить AliExpress. Конечно, это у меня уже, видите, старенькая моя рубашка, но я ее очень часто стирала, очень часто носила. Сейчас она у меня будет абсолютно такая дачная. Но вот за счет вот этой подкладки она нереально теплая, то есть не продувает ветер никакой, в ней реально тепло. Вот я обычно надеваю какую-нибудь майку или футболку, и потом ее, и все, и мне вот прям хорошо. Я реально задумываюсь над тем, чтобы заказать еще, как будет у меня сейчас более-менее свободная денежка, возможно, я еще одну рубашку такую закажу, потому что, ну вот, действительно, столько времени носила я ее в городе, что прям класс. Ну и брюки, тут тоже, видите, вот такая подкладка, и, короче, они тоже огонь. Конечно, без маленьких волосиков никуда, но я к тому, что вы поняли, да, этот смысл, короче, этих брюк.
тоже крутые, вот в них тоже очень тепло. И вот сейчас, когда такая как раз обманчивая погода, когда вроде кажется только, что тепло, а на самом деле холодно, вместо тысячи одежек, как говорится, да, можно надеть только вот эти, и будет тепло, комфортно и удобно работать, потому что когда... Я лично не могу, короче, когда на мне 100 слоев одежды, еще и работать. У меня просто сил не хватает все это нести на себе. Вот наш продуктовый набор на дачу. Здесь у меня мясо замаринованное. Так, ну ладно, вот так видно. А картофель я помыла, сделала надрезы и фольгу убрала. Тут, значит, чай в обоих термосах. Решила взять такие стаканчики одноразовые. Здесь такая закуска к мясу томатная. Знаете, ну типа этот, мы какую-то брали там, не помню. Короче, ну ничего, такая вкусная. Ну и хлеб. Взяла еще с собой салфетки, там оставлю. У меня есть такой рулон тоже начатый. Есть еще новый, его дома оставлю, а этот начатый отвезу туда. А, пригодится все равно в хозяйстве там. Ну и все, моя сумка. Наконец-то снова настало ее время. А, термосумка такая, она не сильно уж, конечно, прям крутая, но холод держит хорошо. Для мяса и вот такого, таких продуктов хватает идеально. Приехали на дачу, достали мангал. Я пока сюда убрала эти еду, наши сумки. Теперь захотелось уже чай попить. Короче, такой себе я работник, как всегда. Но на самом деле буду сегодня убираться в этой в теплице, потому что обязательно кровь из носа, надо уже редиску посадить, да, зелень. Что я потом в середине лета буду этим заниматься? Нет, правильно? Погода, ну, замечательная, девчонки, наконец-то. И не ветрено, и тепло. Ну, не прям жара, но тепло. Мы спокойно так стоим. И ни солнце, и ни дождь. Ну, короче, прям красотень. Вот прям очень рада. Аж поделиться хочется этим. Так, ну что, мы решили сесть здесь, на этом нашем деревянном подиуме. Предлагаю сейчас Паше с печеньками чай попить. И потом идти работать. Да-да-да, ну вот и мое позорище. Сегодня надо вот убираться в теплице, девчонки. Запустила я, конечно, в прошлом году ничего не убирала в конце сезона. С Пашей сейчас вот смеялись, что да, погода была ужасная. И вообще ничего не хотелось. Ну что же, буду тогда вот сейчас всем заниматься этим. Павел тут убирается тоже, убрал плиты. Смотрите, какие здесь просто лабиринты. Из-за этих туннелей. Очень глубокий. Да, это... У нас живет крот. Да. Паразит. Соседка, конечно, очень на него ругается. Ну, нам, конечно, тоже плохо. Кроты, они такие вредители. Прям прокопал. Прям много. У нас в середине участка много, конечно, но таких не было еще пока. У нас тут уже время... обеда скоро будет. Я там, видите, положила вон эти картошки, и мы поставили мясо жариться. О, первый раз в этом году жарю мясо на мангале. Круто! Уже аромат идет, девчонки. Ну такая красотень. Не могу. О, осторожно! Видео с ароматом шашлыка. Смотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Огонь! Всем приятного аппетита! Та-дам! Смотрите, какая крутота и чистота у меня теперь здесь. Все, мы... Я все перекопала, помушку все здесь разграбила, все убрали, весь мусор. Воды еще пока не дали, поэтому пока не будем поливать ничего. Ну и сажать, соответственно, я буду уже, когда потеплеет немного, потому что сейчас вот заметно похолодало. Я довольна. Сейчас покажу, что Пашка сделал еще. Паша сделал компостную яму. Ну вот здесь это пока временно, короче, все дело. Ну, теперь мы будем собирать компост. А то мы, конечно, хоть и так себе огородники, но нам все равно надо заценить, какая здесь у меня эта система двойная, двойной сетки. Круто, я очень довольна.
Еще у меня здесь расцвели нарциссы, самые первые на всем участке. Я решила забрать их домой. Только посмотрите, как мои нарциссы идеально подходят в эту кухню. Ну просто вот как будто созданы друг для друга. Скажите. Красоте. После долгого трудового дня на даче прекрасно принять ванную с пеной, отогреться, отдохнуть. Класс! Я сегодня, смотрите, какое сокровище еще нашла на даче. Такой маленький кустик мяты, свежайший. Полностью, ну, он у меня был в теплице. Но я решила полностью его выкопать и привезти домой. Сейчас помою, уберу вот это вот все корешки, оставлю только лепесточки. И обычно я храню такую зелень в контейнере с бумажными полотенцами и водичкой. Так более... ну, дольше остается свежий. Девчонки, аромат просто невероятный. Завтра будем пить чай с мятой. Вот так это выглядит. Получается, эта влага вся остается, она и не киснет, зелень от влаги, но и не пересыхает. Вот, прямо замечательно. Всегда практически так храню зеленушку всякую в подобных контейнерах. Вот и подошел очередной вечер к концу. Я уже устала, больше ничего не буду сегодня снимать, поэтому хочу с вами попрощаться. Всем вам огромное спасибо за компанию на моем канале и комментарии. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Нас ожидает очень много интересного. Если вы хотите поддержать мой канал, то можете приобрести в моем магазинчике в Инстаграме какие-нибудь красивые вещи для декора своего дома. Все ссылочки есть в описании под видео. Я буду вам очень благодарна. Ну а пока я вас всех обнимаю, целую, крепкого вам здоровья, спокойной ночи, друзья!